стойка, красиво все стоят. Женя молодец, красиво стоит. Женя, Шаня, Шаня. Гоша, Гоша красиво стоит. Гоша. Лёма. Уже в октябре лохматые и гладкошерстные питомцы Ольги Полуяновой свою стойку будут демонстрировать судьям выставки. Хозяйка за своих подопечных не волнуется. Ежедневно по 5-10 минут они тренируются. Собаки ведут себя как настоящие модели. Знают, как выгодно встать и даже как пройти на специальном ринговочном поводке. Если разводить собак, считает Ольга Анатольевна, то самых лучших. Шаня у нас выиграл всю выставку. Это лучшая собака выставки. Есть у нас там награда. Есть второе место, есть третье место. Вот, ну, все кобели у нас закрыты, как бы чемпионство. Все собаки Полуяновых имеют отличную родословную и подтверждают звания на выставках. У них есть даже собственные портфолио. В книге лучших собак Дальнего Востока есть дети питомцев Полуяновых. Есть дочка, Гошина дочка. Сейчас я найду. А там просто видно, просто вот она, это вот Гошина дочка. Видите, Гоша вылитый. Собаки в жизни Ольги Полуяновой всегда занимали одно из первых мест. В детстве любовь к этим животным привил отец-охотник. А затем, уже когда вышла замуж, с мужем решили завести эрдель-терьера. Повлиял на выбор вышедший в 80-м году фильм о приключениях электроника «Ресси. Неуловимый друг». И потом, как говорится, уже у наших детей уже были не одна, а несколько собак. Кавказские овчарки, вот, были французские бульдоги, вот, потом были ротвейлеры, азиаты, большие, как бы более-менее большие собаки. А когда в Приморском крае появились маленькие породы собак, Полуяновы решили завести шпицев, тойтерьеров, французских бульдогов, мопсов. Прежде чем завести собачку, вы должны, если даже ничего не знаете о породе, нужно в интернете где-то в книге почитать. Именно для чего, для каких целей. Если вы активный человек, значит, одна собака. Если вы спокойный, уравновешенный, другая собака. Но в любом случае появление собаки в доме – это ответственный момент. Четвероногий питомец особенно важен детям, считает Ольга Анатольевна. Домой, 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 домой. Екатерина Рехтина, Анна Маринец, Анатолий Молчанов. Телемикс.